Відновлювати у Дніпрі безпритульних тварин буде спеціально облаштована для цього спецтехніка. Вже 15 січня наступного року дві автівки почнуть збирати і перевозити тварин до місць, де їх будуть стерилізувати, чіпувати і вакцинувати від сказу. Після чого ті самі машини з системою вентиляції та опалення повертатимуть тварин туди, звідки їх привезли. Вартість кожної із них – 1 300 000 гривень. Тим часом третя автівка з холодильною установкою вартістю близько 600 000 гривень буде перевозити вже загиблих і збитих на дорозі тварин. Закуплена для комунального підприємства «Зооконтроль» спецтехніка відповідає всім європейським стандартам. Принаймні у цьому запевняють. Більше того, транспорт зроблений на замовлення за американськими кресленнями і аналогів йому немає на всій території. Пострадянских країн. Количество беспризорных животных, их число составляет порядка 5000, где-то 5-5,5 тысяч. Ежедневно мы планируем стерилизовать 20-25 собак и обратно выпускать их в среду обитания. Мы берем так запасом 3-4 года. Тем более давайте рассчитывать еще на естественную убыль животных, это то, о чем я говорил. У нас ежегодно на автодорогах в городе гибнет до 600 беспризорных собак. То есть любой житель сможет обратиться в коммунальное предприятие. Также мы на контакте с сотрудниками полиции, если где-то в городе будет замечено сбитое животное, и не только на дороге, а где-то во дворах погибшее. То есть наше коммунальное предприятие приедет и на этой специализированной машине, которая оборудована специальной холодильной установкой с заморозкой до минус 40 градусов. Мы сможем его забрать и после этого утилизировать. Для этой цели мы приобрели специальную печь, и трупы погибших животных будут сжигаться. Ну, техника довольно-таки хорошая, потому что действительно сделана по чертежам, которые были из Америки присланы. Как бы там такие машины популярны весьма. У нас как оно будет работать, пока что еще не особо понятно, потому что самая большая проблема заключается в том, что у нас нет отловщиков в городе. У нас нет людей в городе, которые могли бы это делать практически. А те, кто умеет, это в основном кинологи, которые всю жизнь занимаются животными. Им просто нет смысла переходить в коммунальные предприятия работать, потому что у них есть своя работа, у них есть своя база животных, они получают там в разы больше денег, чем в коммунальном предприятии. Конечно, Михаил писал у себя на странице по поводу того, что он ищет себе сотрудников в это коммунальное предприятие, но квалифицированных он сейчас быстро не найдет. Это только лишь обучать, учить всему этому, показывать на примерах, вместе с ними выезжать, только лишь тогда возможно обучить людей на отловы.